Алло, здрасте. Вот мы нашли сегодня тесто у нас в холодильнике, пролежало сутки. И хотим сегодня сделать пиццу на обед. Ну, у нас оно вот как раз в таком уже колобке. И мы идем его раскатывать. Можем мы немножко вот взять муки из твердых сортов и рассыпать, чтобы у нас не прилипало тесто к ковшу. И продолжаем потихоньку его разминать. Ну, тесто у нас раскаталось и получилось очень тонким. Теперь мы также смазываем яйцом, половинка яйца с травами итальянскими, чтобы у нас начинка была фиксированной. Ну и также это добавляет и вкус. Так что не бойтесь экспериментировать. Это только улучшает. Положим соус. У нас вот такой вот есть остаток краснодарского соуса. Можно итальянский, у кого есть, можно у кого есть порезанные помидоры. В принципе, то же самое. И можно еще добавить немножко майонеза. Но тот, кто на диете, может этого и не делать. И равномерно наносим нашу смесь. Ну, мы положили все ингредиенты и немножко добавим трюфельного масла. Вот так, в отличие от для большей сочности. Ну и теперь мы включаем ее и готовим, как обычно, 21 минуту. И можем ей любоваться, но лучше ее кушать.